Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Вероника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео потратить, одну секундочку и не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робуксы. Ребята, которые ищут моих видео коды на робуксы, вступайте в мою группу NSCT, чтобы в дальнейшем не ждать свои робуксы 16 дней. И в этом видео комментарий дня от Арам Антонян, который вы видите сейчас на экране. И сегодня для вас подготовила видео с рецептами еды в игре Race F Lobo, там, где надо ухаживать за своим шлепой. Я думаю, многие знают эту игру, ведь у нее сейчас на данный момент актив 21 700 человек и также визитов достаточно хорошее количество. Поэтому погнали заходить, и я вам покажу там что да как. Ну что, ребяточки, мы зашли в нашу игру, я тут немножечко подфармила денежек. Я скажу так, что надо будет нам во время видео следить за тем, чтобы не взорвался наш шлёп, поэтому я сразу куплю немножечко ему еды, вот это шаурмы, немножечко, и буду рассказывать, что за рецепты тут у меня тут изучены, не обращайте внимания, я тестировала, так сказать. Вот здесь у нас есть наша микроволновочка, и, собственно, первый рецепт у нас исследован, это вот этот вот, видите, гриллит чист, то есть вот такой сыр. Мы сюда закидываем это все, включаем, и у нас получается какое-то блюдо, которое пополняет счастье нашего шлёпа. Вот сейчас у меня моему шлёпе 3 годика, вот мы его погладим. Такой вот красивенький. И что, будем фармить. Точнее, не фармить, а я вот пофармила. Если у вас нет денег, ну, в общем, первое блюдо. Оно у нас стоит $50. Всего $50. Для него ингредиенты нужны простые. Это вот такой вот хлеб и вот такой вот сыр. В принципе, все очень сильно понятно, все очень просто. И нам, мы должны закинуть сюда вот от чиз и от бред. Заходим сюда, C-Store, и нажимаем Hide. То есть скорость, температура должна быть высокая. И нажимаем кнопочку Cook. У нас жарится, и должно все достаточно быстро приготовиться. Главное, чтобы шлепа там не заголодал, потому что он сейчас, возможно, пойдет к мисочке. Он сейчас пойдет к миске. Давайте вот посмотрим. Главное, чтобы у нас там не сгорело все, потому что еда может сгореть, если вы не знаете. Вот оно, ждем, пока кого-то оно приготовится. Хотела сделать от первого лица, но не получается. Вот. И вот у нас получился вот такой сыр. То есть вот такой бутербродик, тост. Половинка тоста с сыром. Выглядит достаточно аппетитненько. Давайте скормим это нашему шлепе. Вот. А подполняем. Вот. Он съел и получил на 110% счастья. Это достаточно круто. Что вместо того, чтобы, знаете, гладить его постоянно, тоже куплю еще еды ему. Положу сюда. Так, следующий у нас рецепт тоже достаточно простой. Это у нас салат. Пополняет он, точнее, не пополняет, а стоит он всего $75. Нам для этого надо 2 латука, вот этих 2 салата. То есть это у нас уже $50. И также нам надо 1 помидорчик. То есть достаточно простой рецептик. Тоже закидываем все вот сюда у нас. Так, закидываем. Это томата, это латук. И еще один латук мы тоже добавляем. И скорость, точнее, температура должна быть тоже высокая. Нажимаем кук, следим пока что за нашим шлепой, чтобы не напроказничал там. Денежки пособираем его, почему бы и нет. Я подскользнулась на его неожиданности, так сказать. Я не знала, что так можно. Так, ну, в общем, готовим. Оно готовится у нас. Ждем, пока приготовится. Кстати, ночь. Он сейчас пойдет у нас спать. Заодно 75 халявных монеточек. И смотрим, мы получили вот такой вот салатик. В принципе, выглядит он просто как будто бы травы набросали в тарелку. Знаете, когда прям более маленький ребеночек пытается что-то приготовить и просто ходишь по даче, такой собираешь эту травичку, в тарелку кидаешь, и вот салат получился. Но нашему шлепе, я думаю, это понравится, ведь это ему пополнит 110% хп. Я пока что пофармлю немножечко монеточек, пока он спит, и сразу скормлим ему этот салатик. У нас, в принципе, тут недолго вообще, недолго. Вот, он все, он поспал, и давайте скормим салатик ему. Оп, и он дает, вот видите, плюс 110 счастья. Вот, подходим, вот, кормим, и вот все, у нас теперь у него 110 счастья. Конечно, пользуйтесь этими рецептами, когда вам надо пополнить счастье шлепом, ну, либо можно в запасе держать, сейчас сохраню игру, не особо удобно, что нету автосохранения, ну, ничего страшного, приберемся за ним. Так вот, главное, что когда у вас проблемы с счастьем, точнее, не у вас, а у вашего шлепа, надо бы делать эти рецептики. Следующий рецепт у нас стоит уже $150, то есть уже побольше, давайте положим ему в кормушку наш корм. Для этого нам понадобится говядина одна, говядина, вот биф, говядина, он стоит, говядина стоит 100, что так дорого, а дальше один помидорчик. И лапша, вот нудл, макарончики. И уровень должен быть средним. В макароны смотрится как
не знаю что. Не знаю, что какие-то волосы непонятные в Роблоксе. Вот, медиум температура, нажимаем кук, ждем, пока оно доготовится. Оно будет готовиться дольше, чем на высокой скорости. Ну, понятное дело, я думаю, потому что температура меньше, оно готовится дольше. Он пока у нас тут кушает, еще купим ему еды. Думаю, не заставляет трудностей вот следить за его едой. Конечно, немножечко это отвлекает, но ничего страшного. Вот видите, у нас появился еще один рецепт. Этот салат-рецепт. Вот, теперь, когда мы один раз его выполнили, мы можем потом несколько раз, точнее, ну, не подсматривать где-то, а именно сразу это все видеть. Кстати, игра, я хотела сказать, что прикольная, такая мемненькая, я пока пофармлю денежки, пока он спит. Я, кстати, первый раз, когда зашла в эту игру, думаю, как тут зарабатывать деньги? Я думала, что вот когда он ходит, останавливается, вот монетки оставляют, вот как здесь, стойте, вот как здесь отставил, я думала, что надо так собирать, оказывается, надо по нему тыкать. Вот такой вот спагетти, вот такой, как, ну да, спагетти получились у нас. Прикольники, фрикадельки, вилка воткнута, правда, непонятно, он будет сразу это есть прям с вилкой, со спагетти, ой, точнее, с тарелкой. Ну, в общем, скармливаем это нашему шлеп, и это даст нам 125% счастья, я думаю, что это достаточно круто. Наполним его мисочку опять, и следующий рецепт. Следующий рецепт стоит у нас достаточно тоже дешево, это у нас $75, нам надо лапша. Дальше у нас идет яйцо и соевый соус. Вот такой вот рецептик простой. Закидываем все у нас сюда. Соевый соус как-то странно выглядит. Соевый соус тоже написано. Так, яйца закидываем все, тоже на медиум температуре и жарим. Понаблюдаем за нашим шлепой, пофармим немножечко. Вот так смотрим на гриль и фармим. Ну, чтобы лишний раз потом не отвлекаться и не фармить денежки, когда нам они понадобятся. Так, давайте посмотрим. Да, рецептик у нас появился. Так. Где это у нас рецептик? А, у нас рамен еще не появился. Рамен. Ну, в общем, вы поняли. Я просто не знаю, как точно называется. Но я называю обычно рамен, а вообще некоторые называют это раменом. Ну ладно. Так, готовится. Тут у нас посмотрим на чувачка, который из мема, и там еще есть с Икеей. В Икее он тоже есть на телевизоре, достаточно прикольненький. Под микроволновки, не помню его название мемом. Ну. В принципе, немножечко жалко, купим ему еду. И смотрим, рамен сделался, приготовился, посмотрите, он, кстати, прикольно выглядит. Да, такие капусточки, такие спагетики закрученные. Давайте ими тоже покормим нашего шлепа. Правда, сейчас не будет не особо ничего видно, потому что у него много счастья. Это хорошо, когда много счастья. Ой, я хотела покормить его, в итоге начала убирать. Ну ладно, вот, кормим его, и у нас получается 125 счастья. Тоже неплохо достаточно, думаю. Следующий рецептик у нас уже стоит подороже. Пополняет он 125% счастья. Это у нас получается $150 и плюс 500 за покупку рецепта. Но у меня уже рецепт этот был, поэтому, в общем, нам нужна мука. Вот такая вот мука обычная. В принципе, самая простая мука, помидорчик и сырок. Я думаю, по составу вы уже поняли, что это будет. Это будет всеми любимая пицца. И оно надо поставить тоже на средний уровень, потому что очень все много чего на среднем уровне. Дверь открылась. У меня впервые такое. Enter. Какое-то... Что? Давайте сохраним игру на всякий случай. Вдруг у нас шлепа сейчас взорвется. Ну ладно, он куда-то пойдет. Ну ладно, пока приготовится, потом посмотрим, что это будет. Вот так. Итак, ребяточки, смотрим, когда это уже у нас приготовится, уже так слюнки прям текут. Нужен. Готовится. И, кстати, есть еще рецепт, который я не засчитываю. Это просто сожженная еда. Неважно, как, точнее, сколько она стоит, от 0 до 2000. Смотря что ты... с чем ты наварганил. Вот смотрим, у нас выдалась пицца. Вот такая не выдалась, а мы приготовили эту пиццу, которая будет пополнять нам 120% счастья. Вот, пополняем сейчас, оп, и у нас отлично все пополнено. Так, сохраним игру. Следующий рецептик тоже достаточно простой. Сейчас немножечко денежек заработаем на всякий случай. На всякий пожарный, как говорится, на всякий случай вонючий. Вот так заработаем немножечко денежек, пока он стоит на месте. Легче всего их зарабатывать, или когда он спит. Так, что нам надо? Для этого нам надо, в принципе, все простенько. Это макарошки. Это уже рецепт, связанный с макарошками, я думаю, вы поняли. Дальше у нас молочко. Так, где у нас молочко? И сырочек. Молоко с сыром и... хотел сказать плесенью. Макарошки с сыром и молочком. Нажимаем кук. Готовим это все на медиум прожарке. Вот, смотрите, там волк гуляет. Серый волчок.
Он пока покушает, так еду еще ему купим. Ну, я думаю, вы понимаете все, чтобы он у нас не взорвался и у нас все не вылетело. Потому что вот что бывает, если не покормить шлепа. Он у нас взорвется. Печальная история нашего шлепа. Пока ночью он там спит, я потыкаю и будем смотреть на нашу микроволновочку. Он там перед кроватью ставил свой сюрприз, свою мину ставил. У нас, кстати, рецептики, вот доска с рецептами пополняется. Их всего тут 10. Ой, 10, я считать не умею, 12 их всего тут. У нас пока жарится, соберем денежки его. Оп-оп-оп. А, я подскользнулась, ну блин. И вот подходим сюда и смотрим. Да, вот эти макарошки с сыром, правда, выглядят как будто бы просто что-то желтое в тарелке. Что-то деливери. Open. Майор, что там? Наш... Стоп! Нам можно на улицу. Давайте покормим нашего шлепа вот этим штучкой. Она у нас дает 125% счастья. Тоже достаточно неплохо. Сохраним игру. Я ни разу на улицу не приглашали. Короче, он похитил ключи или что такое. Смотрите, как тут на улице хорошо. А, вот sword stand, fishing stand. Ну, в общем, закроем дверку. Не мешайте нам, мы готовим. Ну, не закроется уже дверка, ну ладно. Ничего страшного, как говорится. Но берег я пока что за шлепа не буду, ведь мы готовим следующий рецепт. И это у нас тортик. Стоит у нас 175 баксиков. Нам для этого надо мука. Самая дорогая это обычная мука. Потом молоко. Так, вот здесь молоко. Сахар. Это sugar. Сахар и, конечно же, последняя нам нужна, ой, хотел сказать, мука, хотел сказать, говядина, блин, еще должно быть яйцо. Ну, в принципе, обычненький рецептик, подходим, все-таки яйца прикольненькие, закидываем, оп, 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 и уровень у нас лоу, то есть низкий уровень, это готовится у нас дольше всего, к сожалению, конечно, или к счастью, но мне кажется, к сожалению, потому что долго ждать, это не очень интересно, но ничего страшного, подождем. Картина, конечно, тут у нас шикарная, да, оп, оп, ну, просто шикарная, я даже говорить ничего не буду. Так, шлепа тут сидит у нас, пофармим немножечко денежек, они так прикольно, реально, тыкаешь на него и выпадают деньги, достаточно круто. И вот тортик у нас приготовился, такой стандартненький роблокский тортик, выглядит он достаточно прикольненько, посмотрите, прям такой острый, у меня аж слюнки потекли, прям тортик, прям с чайчиком у нас сейчас шлепа взорвется. Сейчас я положила ему в миску. И вот давайте покормим его сейчас. Оп, плюс 150% счастья. То есть достаточно хорошенький рецепт. 150% счастья, думаю, неплохо. Особенно если у вас там счастье на нуле. У меня ни разу такого не было, поэтому я не знаю, что будет. И как видите, в момент записи этого видео наш шлепа повзрослел. Ему теперь не 3 годика, а 5 лет. Дальше рецепт у нас необычненький и, возможно, любимая еда многих из вас. Для этого рецепта нам понадобится один хлебушек, одна говядинка, биф, то есть мяско у нас. Надо, конечно же, один салатик и один помидорчик. Идем сюда, ставим все, точнее закидываем все, оп, 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 и ставим низкий тоже уровень у нас, хотел сказать счастье, низкий уровень готовки, температуру. И ждем, пока оно у нас приготовится. Заберем денежки со шлепом, вот так вот, он там пока точит коксики, он не голоден, поэтому, не голоден, поэтому ничего страшного, можем пока что не наблюдать за ним, но я все равно пофармлю денежки, почему бы и нет, как бы фармить денежки с котов, это достаточно круто. Шлепа, шлепа, шлепанька, не залазь в микроволновочку, мы тебе готовим еду, мы тебе готовим еду. И у нас, ребяточки, приготовилась еда, вот такой вот бургер. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Кто понял, о чем я? Давайте покормим его. А, он спит сейчас, ладно. Не будем его тревожить. Ладно, сейчас покормим его вот этой едой. Положим его сюда. Кстати, жалко, что нельзя положить у нас, получается, бургер в мисочку. Что-то такое. Он пока что у нас спит. У нас радости. Радости очень много. Посмотрите, 125. И мы сейчас пополним его на 150, вот так, оп, и все, отлично. Он, кстати, голод тоже пополняет, вы заметили, голод тоже пополняется, если я, ну, не ошиблась, потому что мне показалось, что голод пополнился, я не должна ошибаться, в общем, вот так вот.
Кстати, ребяточки, чуть не забыла, где-то в этом видео запрятан код, который разделен на 4 части. Будь первым, кто соберет его целиком и напишет в комментариях, и получит у меня 20 робоксов, второй получит 10. И ребята, что, напали на моего шлепа, что происходит? Тихо, я не знаю, что, резкое включение, что это происходит? Уйдите, тьфу, как на вас нарычать, может, что, шлепа, защищайся, бандиты ворвались. Бандиты закончились. Что произошло, бедный шлепа? Он пошел спать, походу. Наелся и спит. Эх, печальненько. Я ему положила еду, а то он сейчас скоро крякнется. Эх, печальненько. Не надо так делать, не надо. Ребяточки, еще есть последний рецепт, но его сделать достаточно сложно, потому что нам надо 2 метеорита и 2 миндальной воды. Метеорит можно получить после метеоритного дождя, но шанс его возникновения достаточно малый, то есть 20%, и это происходит только ночью, то есть у нас дверь вот эта открывается, вот помните то, что у меня открылось, я так понимаю, вот это был как раз таки тот самый метеоритный дождь, там можно собрать 2 метеорита, а миндальную воду можно получить, пройдя через таинственную дверь. Через таинственную дверь мы попадаем в лабиринт к черному рынку, да, как бы это бы странно не звучало. И в этом черном рынке мы сможем купить миндальную воду. Но, к сожалению, я думаю, что я не смогу это показать, но вы теперь знаете. И, кстати, температуру надо поставить низкую обязательно. Если у вас есть эти ингредиенты, ставьте низкую температуру, готовьте, и у вас получится космический суп. Такой необычный космический супчик. Ну что, ребяточки, вот такое видео у нас получилось, но на этом оно, к сожалению, подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось, но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур, и это Ника Шоу. До новых встреч!